Вот наступил самый долгожданный, самый радостный, самый волшебный праздник в году. Вокруг нарядные ели, брызги шампанского, оживление родных и близких. Новый год – это всегда праздник-рубеж, когда мы оглядываемся на прожитое и выстраиваем планы на будущее. Я так хочу, чтобы каждый из нас сказал: «План неудач я на всю свою жизнь уже выполнил, и дальше меня ждет необыкновенно спокойный, мирный, добрый и светлый период в жизни. Пусть здоровье, любовь, красота, удача и вера станут неизменными спутниками в новом году». С Новым годом!